Новая развязка и переправа через Свиягу должны улучшить транспортную доступность. По замыслу строителей, путь до центра или железнодорожного из-за Свиярского районов должен заметно сократиться. Пока же на территории вокруг Минаевского моста кипит работа. Подрядчики отмечают, что работают без остановок, а с приходом весны темпы ускорили. Створя улиц Шевченко и Смычки, для новой переправы полностью готовы 5 опор. Сейчас завершают бетонирование еще одной со стороны Засвияжья. На данный момент все работы выполнены согласно установленному графику. На объекте работает 25 человек у меня в дневную смену. И в связи с увеличением сроков и производительности у нас работа производится в две смены. То есть вторая смена непосредственно тоже сейчас работает на объекте. Но она производит бесшумную работу, чтобы не мешать местным жителям. Планируется, что до конца весны монолитные работы будут завершены в полном объеме. Параллельно мостовики начнут собирать металлические пролеты. Что касается реконструкции моста по улице Минаева, то строительно-монтажные работы ведутся сразу на 4 участках. По информации от подрядчика, все работы идут в соответствии с графиком. Первостепенная задача строителей – построить новую серединную и правую часть сооружения, которую демонтировали в прошлом году из-за износа. Для безопасного беспрепятственного прохода к зданиям Ульяновского госуниверситета строят новый пешеходный тоннель. Новый тоннель будет сквозным. Преимущество будет то, что можно будет добраться на правую и левую сторону моста. В середине тоннеля будет установлен лифт, что будет удобно для маломобильных групп людей. Также в русле Свияги завершают демонтаж конструкции старого моста, которые находились под водой. Почти все работы по инженерным коммуникациям вдоль сооружения завершили в прошлом году совместно с ульяновскими коммунальщиками. Жители города очень ждут окончания реконструкции, чтобы начать пользоваться новой удобной развязкой. Облегчит многим жителям города Ульяновска проезд домой, на работу. Также стоит отметить, что любой капитальный ремонт, реконструкция создает некие трудности, они временные. Добраться стало намного труднее в ближний Засвияжье, дальний Засвияжье и так далее. Но все это стоит того, чтобы потерпеть, и в будущем это упростит логистику как жителям Улгу и близлежащим районам. Реконструируют мост на Минаево строители по частям, чтобы не прерывать движение на одной из ключевых транспортных развязок нашего города. Все работы ведут по НАС-проекту «Безопасные качественные дороги». Юлия Руднева, Даниил Сурков, Улправда ТВ.